сегодня умер Орешников Анатолий Борисович, который работал главным архитектором города Чебоксары. И поэтому я предлагаю начать с минуты молчания. В связи с этим прошу. Прошу присаживайтесь. Сегодня у нас на повестке дня один вопрос. Это рассмотрение проекта «Центр бытового обслуживания населения» по улице Лесная в городе Чебоксары. Проектировщик общества ограниченной ответственности «Аксион» город Казань, заказчик индивидуальный предприниматель Громов Николай Александрович. Как будем, не будем нарушать традицию, сначала дадим слово заказчику, такую задачу ставил перед проектировщиком, а потом дадим слово авторам проекта, как они справились с этой задачей. Да? Согласны? Тогда в таком случае. Я вообще никак не расскажу. Как официальный земляк, как он культура. Потому что ты, как главный архитектор, не объяснили проектанту, не включили там где-то задание, что эта территория рядом, если не залезли они еще на нее, эта территория, это памятник Чапаева, особо охраняемая, стоит на кадастре уже. Здесь строительство в 100-метровой зоне, уже в защитной зоне, вообще категорически запрещено. Пока еще охрана не утверждена. Почему вот это вот ни в графплане нигде не отражено? И вы сейчас так лихо это выставляете на градсовет. Опять это. Объясняю. Градостроительный план замены участка выдавался до начала действия положений закона ФЗ.